11 жовтня у прокаті стартує прем'єра української кінострічки «Позивний Бандерас». Головну жіночу роль у ньому зіграла актриса родом з Миколаєва Юлія Чепурко. Події фільму відбуваються восени 2014 року в зоні АТО на сході України. Це історія України, це історія з нашої сторони. Це не наша правда. Это не о том, как воюют Россия и Украина. Это история тех дней, как все начиналось. И это художественный фильм, но он основан на дневниках героев АТО. И в нашем фильме принимало участие 150 человек из АТО, к нам приезжала солдат, они снимали все фильмы. У нас были настоящие герои, которые консультировали нас. И все сделано абсолютно так, как было там. Наш режиссер со съемочной группой 2 месяца провели в поисках того, где будет это сниматься, потому что все-таки снимать в АТО невозможно, и поэтому мы нашли территорию, которая похожа ландшафт, максимально похож на то, как это в Донецкой области. Это было под Одессой и под Херсоном. Мне тоже это было очень приятно, что мы снимали в моем родном краю. За сюжетом, група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, позивний «Бандерас», намагається запобігти диверсії і знешкодити російського підривника Ходока. Цікаво, що події картини розгортаються біля рідного села героя. Сценарій фільму написаний на основі щоденників бійця Нацгвардії Сергія Башкова. Також у сценарії використані розповіді інших воїнів. Це було трудно, тому що коли були сцени баталии, сцены взрывов, сцены смертей. Ты не относишься к этому как к игре или к какому-то, как будто бы ты в кино. Все актеры переносились, все актеры переживали. Актеры проходили подготовку с настоящими героями, проходили подготовку, они учились стрелять, бегать. И с ними никто не разговаривал, и у них даже были позывные, их никто не называл по имени. Они когда первый день приехали, они смеялись и шутили, ну актеры, что с нас взять? И к обеду они поняли, что тут с ними не будут панькаться и сюськаться, и носить, и подносить им стульчики и воду, и не будет никаких ассистентов. А с ними по-серьезному занимались, как с настоящими героями АТО. И поэтому, когда они приехали на площадку, они принесли тот дух настоящий. И у нашего режиссера даже не было никаких вопросов к ребятам. Он увидел в них актеров, которые по-серьезному подошли к работе. И я надеюсь, что наш зритель, когда будет смотреть этот фильм, он тоже увидит по-настоящему то, как это все происходило. И я надеюсь, он поверит, и я надеюсь, он поймет. Потому что очень много вопросов есть до сих пор к тому, что происходит там. Режисером стрічки виступив Заза Буадзе. Саме він минулого року випустив відомий фільм «Червоний», який отримав премію «Золота дзига». З 11 числа у нас прем'єра всеукраїнська в Києві. И он, надеюсь, будет показываться в Николаеве. И я надеюсь, что вы все узнаете, когда мы все вместе с актерами, с режиссером приедем к вам его показывать. В Николаеве «Позывной Бандерас» будет. Обязательно. Как ты незаметно вышел с табора? Я ж місцевий.